Всем привет! Играем в Фазмофобию, соло кошмар, Ridgeview Road, Марк Кордеру. Направленный микрофон, свечка, паранормальное явление. Ветер. Ох, как хорошо отдохнуть, наконец-таки, от вот этих всех ваших сложных коэффициентов. И просто спокойненько почилить на кошмарчике в Ridgeview-шке. Привет, призрак, выходи. Марк, ой. Сейчас мы с тобой поговорим. У тебя там, правда, холодно как-то. Прям сразу зашла, и там сразу холодно. 3 градуса в лицо. Константинов тут не раскидывали? Будет забавно, если призрак там. Так, сюда идешь. Твоя любимая комната. У меня микрофон, да, выключен? Твоя любимая комната. Где кость? До свидания. Так, bathroom, он сказал, да? Это вот рядышком совсем, соседняя комната. Значит, он там. А кость у нас в мастер-бедруме, ну или в мастер-бафруме. Короче, где-то там. Ах, хорошо, погнали. Тут же нет другого bathroom. Если бы это был... этот самый. Second floor bathroom. Хорошо показал, да, второй этаж? Он бы так бы и сказал. А он сказал, вот bathroom. А вот bathroom, это вот это. Ты молодой? Ты злишься? Ты злишься вообще? Должен быть вот этот bathroom. Где... А он не тут. Ты меня обманежил, что ли? Я потратила 3 таблетки просто так? А, это не bathroom, это туалет. Погоди-ка. Тогда постой тут. Все-таки это second floor. Так, вот это bathroom. Отпечатков нет. Ты молодой? Ты злишься? Дай мне знак. Ты здесь? Ясно. Так, здесь занято. Здесь тоже занято. А что-нибудь не занятое? Ага, все хорошо. Вот и ныченька нашлась. Минусовой там, я так понимаю, нет, потому что, ну, она бы там уже бы настоялась с учетом моих блужданий. Так, это мне в руку, что там паранормальные звуки зафиксировать. Прикольно так, если у тебя выдается задание зафиксировать паранормальные звуки, ты приходишь на правильный микрофон, а там банши тебя орет в ухо. И ты такой, ооо, здравствуйте, добрый вечер. Сразу 2 задания. А, я не взяла камеру снизу. Ладно. Сделаем по красоте. Лежи пока все тут. Сначала посмотрим арбу, чтоб нам дотс не мешал. Так, а я что, сидя, да, хожу? Хожу сидя. Лежу стоя. Константин мастер в бедруме.
Это я так себе напоминаю. Так, а чего никакая улика не положена, что ли, мне? Прям совсем никакая? Здрасте. Так же, так же. А, он ушел? Нет. Что за дела тогда? Отпочатака. Антон Банши Горё. Горё не может быть. Ну перестань. Ну давай, что-нибудь. Ну. Я пойду, знаете что? Я пойду возьму фотики и буду фоткать призрака на лазерном проекторе. Знаю, тупая идея. Возможно, я потрачу все свои кадры впустую. Но как бы фантом-то от Банши я как-нибудь отличу. Думаю, без проблем разберемся. Зато я наконец-таки сфоткаю лазерный проектор. И еще и увижу, что пишут на этой фотке. Че ты орешь? У тебя просто двойка, просто так? Ты фантом, значит? Если ты так делаешь. Взаимодействие. Отпечаток. Так, ну давай. Беги. Беги. Пожалуйста. Да блин, нет, ну давай, не уходи. О, здрасте. А я вас сфотографировала, а вы стоите тут до сих пор. Это что ж получается? Давайте я свет включу, посмотрим на вас, может быть, красиво. А где фонарь мой? Ладно, плевать. Он только что пробежал. Он только что пробежал, по-моему. Но это Баншуха. Я хочу сфоткать лазер. Давай, игра. Давай. Не подводи меня. Я довольна. Нет, я недовольна, подожди. А, я уже засекла звуки, да? Чусь. Сижу еще. Но я ж сфоткала. Это неплохо. Но мне бы хотелось бы лазерный проектор. Так сосредоточено в камеру, я еще не смотрела. Come on.
Сейчас охота уже начнется, блин. Одно радует, что Баншуха тоже тут со мной. Ей некуда уходить. Мне кажется, он переехал. Нет. Чё тогда не бежит? Прикиньте, Гаррио. А я одной ногой стояла снаружи, и он решил, что я стою снаружи. И показывал мне лазер по-всякому. Блин, ну почему иногда бегают прям постоянно? Игра скрипит там как может. Пытается меня отвлечь. Но моя цель выше всего этого. Почему не засчитала? Я там, мне кажется, прям успела. Там какой-то пролаг, правда, был. Я не повернусь. Ты меня, это, обманываешь. Я сейчас отвернусь, ты пробежишь. Ухожу от тебя. Не понимаю только, где мой фонарь. А. Теперь понимаю. Дурацкая банши. Так что, получается, звуки в направленный микрофон фиксируются, даже если ты просто включаешь микрофон и бросаешь его в комнате? И это типа нормально? Ясно. Так, смотри-ка. Нога спряталась. Чпоньк. Тыковочку на прощание. Да и поехали. И ключ от машины. Так, на всякий случай. Может быть, я на ней уеду. Так, ну получается все. Марк Кардера... не фантом, потому что не исчез. Не горю, потому что бегал при мне. Хоть и не дал в последний момент мне это все зафотографировать. Наконец-то нашли доказательства. Да, хотелось бы только, чтобы вот тут еще что-то было написано, но... Что поделаешь, что поделаешь. Все... А, подожди, я же не выбрала. Банш. Все. Чувствую, вот что-то вот хочу уехать, но чувствую, что что-то держит. А это меня держит тот факт, что я не отметила Баншуху. И это Гарё, да? Ну нет, ну нет, все нормально. И еще 30 баксов сверху закинули за разговоры с призраком через доску Ижи, чему я не могу не радоваться. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на донейшлёрт в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.